Приморский филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» отметил первую годовщину своей деятельности. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, участники и ветераны СВО, а также их семьи. Фонд – это у нас федеральная повестка, фонд государственный, значит, его деятельность как раз и закрывает вопросы, которые где-то там не предусмотрели, вот, либо в текущей жизни уже, потому что сегодня программа по протезированию, она же такая, ну, вечная, да, то есть там, поэтому фонд запланировал федеральные деньги как раз для решения всех этих вопросов. Мы один из немногих субъектов, где принято решение о выделении квартир детям погибших, я скажу так, наш субъект в этом плане передовой, вот, по нашему примеру, как раз субъекты Российской Федерации начинают вводить такие же меры поддержки, но мы это сделали первыми. За год в филиал обратились более 12 тысяч человек. Успешно решены уже более 90% вопросов. Мы никого в стороне не оставляем. Всегда наши двери открыты. Всегда мы готовы принять радушно. У нас дружный коллектив, который с душой к этому подходит. У нас даже работают мамы ветеранов наших погибших боевых товарищей. Сами ветераны боевых действий тоже работают в филиалах нашей страны, Приморского края. После официальной части стартовал автопробег с гуманитарной помощью для бойцов, защищающих сегодня родные рубежи в зоне специальной военной операции. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.